Всем приветик! Давно не делал распаковочку посылок. Вот сегодня пришла мне посылочка с сайта Озон. Давайте распакуем, посмотрим, что мне прислали в этот раз. Давайте по-быстрому так откроем и достанем товар. Так, и первое, что это нам попадает, так, две книги. И первая книга — это World Warcraft «Перед бурей». Вот такая книжонка себе в коллекцию я заказал для легкого чтения. И всем советую, кто поклонник Варкрафта, обязательно прикупить данный себе экземпляр. И следующая книга, ну, конечно, как без нее, это Assassin's Creed Одиссея. Гордон Догерти. Обязательно, если вы поклонник Ассасина, прикупите себе такой роман и прочитайте перед тем, как начнете играть. Ну или после игры, не обязательно, можете или до, или после. Обалденная книжка, сам сегодня же начну читать после стрима. И всем советую данную книжку. Отличные две книги. Вот такие книги. Заказал их на сайте Озон. Ссылки будут в описании, чтобы приобрести или посмотреть, сколько они стоят. Цену не буду говорить. Пройдите по ссылочке и посмотрите. А на сегодня все. Вот такой небольшой обзорчик. Всем пока. До скорой встречи. Увидимся на стриме.